Так, ребята, всем привет. Это рубрика «Один ночью». В этой рубрике я хожу сам по заброшенным зданиям. Сегодня я пришел в заброшенные бани, можно так сказать, заброшенный санаторий. Сейчас буду исследовать. Надеюсь, фарт будет со мной, потому что в психушке я слышал чьи-то голоса. То есть мне немножко было не по себе, я туда убежал. В общем, пойду исследовать это здание. Давно тут не был, так что всем приятного просмотра. Так, ребята, сзади, вот я зашел в здание. Тут легкий уже стал обвал какой-то произошел. Я не знаю. Полов нету, кто-то так позбивал бетон. Сейчас, опа. Чуть не упал, блин, из-за этой арматуры. Сейчас буду исследовать комнату каждую позахожу, чтобы на первом этаже быть уверен, что тут никого нету. Типа, смотрите, в прошлый раз этот пол был не раздолбанный. Сейчас его раздолбали. Видите? Не то. Это видите, то ли копали что-то, то ли трубы выкапывали, металл. Так. Ребята, тут свалка. Пока что все спокойно. Слышатся голоса, но не на улице, тут проезжают части. Значит-то... Ничего страшного. Туалетная, ладно. Место. Нету. Сейчас буду идти в другое место. Сейчас в другую комнату загляну. Тут правильно. Тут тупик. Слава богу, никого нету. Сплошные обвалы, типа ванной, были. Да, все так изменилось с тех пор, как я тут был последний раз. Да. В принципе, все спокойно. Так. Тут огромная ванна. Была. Или бассейн, фиг знает. Фух, множество комнат этих. Но... Сейчас посмотрим. Тут ничего нету. Ладно, буду подниматься сейчас на второй этаж. Фух. Там самое такое интересное было. Так что... Фух. Так, вот он, второй этаж. Сейчас я включу свет. А то там какие-то мужики стояли возле ворот. Возле ворот выпивают какие-то заболтыги. Сейчас.
ничего нету. Все. Заходим сюда. Я сейчас вам покажу комнату. Какая-то тумбочка. Какие-то плакаты вообще. Сейчас. Смотримся. Востоку. Это капающая вода. Ребята. Что-то эта дверь захлопнулась. Вы слышали звук? Возможно, это сквозняк, ребята, но... Я шуганулся, блин. Ребята, это жесть. Ладно. Тут осматриваемся. Да ну нафиг, ребята, тут посидеть можно. Фух. Честно говоря. Так, ребята, посмотрим тут. Видите, убежище что-то. Кровать. Телевизор стал лежит. На этим уже не удивишь. Но... Может тут и быть. Пока что ничего. Фух. Это зал огромный. Короче, в прошлый раз какая-то активность была, ну типа, кто-то жил. Но сейчас уже зимой, надеюсь, никто не живет. Я молчу, просто прислушаться, видите, тут лежат шприцы, какие-то бритвы, всякие средства. Фух. Ладно. Ладно, сейчас. Коридор пройдемся. Где? Вот эти двери меня испугали, и все. Ну, типа так резко это произошло.
Сейчас тут никого нету, слава богу. Так что пойду туда, наверное, в дальнюю комнату. Ух. Смотрю. Я могу допустить, что этот звук просто из аварийности дома. Но я не знаю. Звук оттуда ушел. Сейчас посмотрим. Отсюда где-то еще звук. Какая-то коробка. Нет, тут. Не знаю. По определенности. Может это быть. Здание большое, но. Не знаю. Фух. Фонарь садится. Ладно. Сейчас, блин, куда продвигаться. Я фонарь поменяю. Ребята, я выхожу уже. Звуки были, но я их не услышал. Ну, как бы я услышал их, я не знаю, что это было. Или из аварийности дома, либо просто кто-то, может, ходил, пытался меня напугать. Ну, не знаю, ребят. В любом случае, всем спасибо за просмотр, респект за поддержку и до скорых встреч на просторах YouTube.